Добрый день, мои уважаемые подписчики. Приветствую всех на моем канале. Сегодня, в этот немножко дождливый день, я гуляю по скверу, по парку. И хотел бы вам сказать о такой простой вещи, как баланс. Баланс нужен во всем, всегда, везде, мы говорим об этом постоянно. Есть базовые вещи в корректировке этих балансов. Когда мы говорим о той области, что называется химия, мы должны помнить о недостатке микро-макроэлементов. Напомню, что есть базовые витамины. Витамин D, витамин Е, витамин С. Все это крайне важно. Что такое витамин D, откуда он берется, я думаю, что знают все. Но тем не менее, призываю всех выйти на улицу, погулять под солнцем. Даже если его немного, даже если вы попадаете под дождик, не сидите дома, гуляйте. Витамин Е – это, конечно, качественная пища, морепродукты, именно и рыба северных широт. Если этого не хватает, то различные БАДы с применением, содержанием витамина Е нам тоже помогут. Также льняное масло в наших широтах. Этого нам сильно не хватает. Витамин С – это, конечно, цитрусовые, много еще чего. Помните об этом всегда, когда вы думаете об этом здоровье, потому что любая коррекция начинается с этого.